9 мм пистолет Макарова, самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году. Принят на вооружение в 1951 году. Является личным оружием в советских и постсоветских вооруженных силах и правоохранительных органах. Точка. История создания. В 1947-1948 году в СССР проводился конкурс на новый компактный пистолет для старшего командного состава советской армии. Пистолет ТТ и тем более револьвер системы Нагана считались уже устаревшими образцами. Кроме того, было решено ввести в армию два пистолета, длинноствольный автоматический для линейных офицеров, им стал автоматический пистолет Стечкина, и малогабаритный, для старших офицеров и как оружие мирного времени. По условиям конкурса требовалось создать пистолет со свободным затвором и самовзводным ударно-спусковым механизмом. В качестве отправной точки конструкторам предлагался хорошо себя зарекомендовавший Вольтер ПП, выпускавшийся с 1929 года. Первоначально требовалось представить два образца, в калибрах 7,65 мм и 9 мм. Позднее остановились на вновь созданном 9 мм патроне 9,18 мм ПМ, более мощном, энергия пули 300 ДЖ, чем патрон 9,17 мм, который использовался в Вальтер ПП. Пуля такого патрона обладает лучшим останавливающим действием, чем пуля патрона 7,62 25 мм ТТ, несмотря на меньшую мощность. Умеренная мощность патрона позволяет использовать конструкцию с неподвижным стволом и свободным затвором.